Ну вот, уважаемый зритель, после 2 часов поисков спустился через эти дребли. Язык заплетается, оно и понятно. И на танцах ведь воды. Ну, сами видите, сколько воды. Будем пробовать ловить. Может быть, что-нибудь поймаем. Должны поймать. Харюс вроде плещется. Все будет хорошо. Пробуем натируйскую удочку. Ага. Ну, плескается харюс, видно. Харюс есть. Посмотрим, как у него с аппетитом сегодня. Да, вон туда бы перейти, на остров. Ух ты, хороший плеснулся какой, смотри. Ну что ж, я даже подумаю, что надо раздеваться, снимать сапоги и идти на ту сторону. Ну, 1,20 м, наверное, есть, 1,40 м глубины. Водичка тепленькая относительно. Ух ты, молодец какой. Ишь ты, есть харюс-то. Ловить надо уметь только. Там добрый плетается, вон, вон, смотри. Чуть подальше. Плюх, 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 плюх. Ага, еще. Ну, погода классная, конечно. Че там не прыгать-то? Да, скоро 2 фактора будут мешать рыбалке. Сейчас за эти дни потеплеет. Тина будет отрываться одна. И пойдет тина. Это плохо. Но вслед за тиной потом по осени лист пойдет. Молодцы. Красиво. И что делает? Так что надо успевать все. Угу. Ну-ка там посмотрим. Ага. Угу, что-то есть. Что-то есть. Точно. О! Давай, милый, давай. Давно мы тебя ждем, давно. Во. Угу, на желтенькую, значит, клюете. Ну, хорошо. Ладно, с почином. Где-то он там подальше стоит. Вон там. Как раз перед течением плюхается. Глубже зайдем, подальше закинем. Ну давай, плыви. Еще рыбу сейчас потеряю, последнюю. О, ты что это? Ну-ка давай, сиди там. Деловой. Так-с. Ну там плескается здорово. Есть харюс, есть.
Угу. Ну, пока отключусь. Клёва нет. Вам не интересно будет. Удочка летит. Ух, здорово. Ничего себе.